Когда я начал учить русский язык, первое, что я узнал, это то, что утро начинает с завтрака, и на завтрак есть кашу. Но недавно я услышал такой диалог молодой пары. Он сказал, что завтра обязательно я схожу с тобой в кино. Но она в ответ крикнула, хватит меня кормить завтраками, я ухожу. В этом моменте я понял, что речь шла не об утренних завтраках. О чем же они говорили? Кормить завтраками, неоднократно обещать, заверять сделать что-либо завтра или в ближайшем будущем и не выполнять обещанного. Фразеологизм «кормить завтраками» носители русского языка используют в ситуациях, когда кто-то что-то долго обещает и не выполняет. Эта ситуация стандартная. Когда ты это сделаешь? Завтра. И не выполняется. Такие обещания даются впустую. Этот фразеологизм довольно-таки легко объясним. У существительного «завтрак» корень «завтра». Именно это мы говорим, когда не знаем, что ответить на вопрос, когда ты это сделаешь. Завтра. На моем родном языке это, так скажем, хабль аль-кадзб касир.